the stars, the ashen fly. Beneath, the nine realms move among the tree of world's many branches. Proudly standing upon the darkness, its roots delving into caverns where light will never venture. It was when a single great ashen flew down to rest upon her boughs that the light woke among the realms. After eons, the great ashen grew weak with age and fell from the tree of worlds, resting upon the plains of darkness, drawing what few breaths remained. In the throes of death, the light dimmed, and the ashen's final three breaths became the three golden ages of light. The first age saw three creatures of the dark plains rise above all others. The Elder Dark fed upon the light and thrived. The second marked the coming of the Listener Matriarchs, titans who revered the light. The third breath was the Age of Man, Geffen's children. When the final breath ended, there would be a time of darkness. In that black age, the cities of man fell into ruin, toppled by war and emptied by pestilence and famine. Proud Lothyrus drowned beneath the ash. Всем привет, друзья! С вами VG Dream, Ashen. Поехали! From dust to flesh, from darkness to radiance. Soon the Ashen will be reborn from the ruins of its old body, and a new age of light will begin. I served the Ashen long ago, a guardian to its waning light, even though it broke me with its brilliance. Now, look to the mountain peak, for that is where fresh hope blooms. The Ashen is reborn. Behold the first glimmer of the light that will sweep the darkness from these plains. Всем привет, друзья! Еще разок, мы начинаем с вами смотр, не то чтобы прохождение, а смотр игрушки под названием Ashen, пепельная. И она чем-то очень похожа по механике, насколько я знаю, на Dark Souls. Я видел эту игрулю, немножко посмотрел, что она из себя представляет, и реально она очень напоминает Dark Souls. Это неплохо, но стилистически она, конечно же, на нее совершенно не похожа. Так, первый раз ее запускаю, учусь вместе с вами, смотрим, что как. Понял, принял. Играю я на... Ты, господи, боже ты мой, меня напугал, походу, это наш с вами напарник. Играть, кстати, в нее можно в коопе, но играть я буду в нее соло, потому что хочу посмотреть, прицениться, глянуть, что она из себя представляет, и зайдет она мне или нет. О, тебе руку оторвало, братюнь, смотрю, что ты... Нехило так сражался, да? С этих высоких скал открывается отличный обзор. Будь осторожнее, ведь перерождение пепельной станет бурным. Ну хорошо, я понял. Давай посмотрим, что и как. Я так понимаю, наш напарник пойдет с нами. Он компенсирует нам отсутствие нашего друга. Это очень сильно похоже на какой-то космический корабль, нежели на перерождение пепельной. Что ты мне хорошего скажешь?
мягкий рафет, теплый рафет, мех и мясо. Хорошо. Чем бы это ни являлось, но надеюсь, для нас это будет в будущем полезной информацией. Нет. Сломанный костяной тесак. Мы с вами подобрали оружие, добавлен предмет. Как тебя экипировать? Можно мне, пожалуйста... Ага. Понял, принял. А я могу во вторую руку взять факел, например? Походу, я так не могу, да? Я могу экипировать только одно оружие. Странно, что я не могу в другую руку взять факел. А ты мне что хорошего скажешь? Ага. Ничего, судя по всему... По всему ничего, нифига себе. Тебе палец в рот не клади, усатик. Тебе, смотрю, палец в рот не клади, ты у нас парень знатный. О, это щит. Дощатый щит. Погоди. Дай-ка я тебя одену. Могу ли я тебя копировать? Да, могу, отлично. И теперь... Понял. Тут мы с вами можем выбирать оружие. Например, руку, либо щит. А как блок? Блок, все, ехал. Побежали. Выглядит игра очень красиво и атмосферно. Ты так сможешь? Ну, еще бы ты так не смог. Этого парню реально палец в рот не клади. Мы только что видели, как он ушатал с одного удара ни о чем не подозревающего соперника. Куда ты? Наверное, мне нужно бежать за ним, но я хочу спросить, что... Может быть, они что-то продают? На торговцев похоже. Всегда опасно. Господи, параноик. Да, ясно. Хорошо. Пойдем поглазеем. Выглядит очень красиво. There are those that thrive in perpetual night and would extinguish these fledgling rays. We must find the ashen and protect it from the elder dark. Whoa. Эпика здесь не занимать. Ашен. Пепельная. Начало прямо завораживает, честно вам скажу. Механика Dark Souls и такая стилистика довольно забавная, но она неплохая. В последнее время очень популярно делать такую вот мультяшную стилистику, но я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Это чисто на любителя. Мне, например, в принципе, ну, мне нормально. Я не могу сказать, что я как-то отрицательно к этому отношусь. Нам повезло, что мы упали в воду. Как там наш братюня? Эй. Как ты? Блин, у тебя даже трубка изо рта не выпала. И походу ты... Она даже не потухла. Нифига. У нас очень брутальный... Ух ты. У нас очень брутальный парнишка в команде. Я так понимаю, что с ним я определенно не пропаду. Белая сапота. Мгновенно восстанавливает умеренный объем здоровья. Хилка. Понял. А как тебя... На быстрый слот можно как-то экипировать? Где-то у меня есть. Ага. Все. Вижу. На циферку 1 у нас получается белая сапота. Но я пока не буду ее юзать, потому что у меня, в общем-то, и так достаточно здоровья. Может быть, здесь что-то еще хорошее есть? Как кувыркаться? Понял, два раза shift. Это у нас кувырок, это у нас бег, это у нас что? Это у нас долгий удар, а это, соответственно, быстрый удар. Это у нас блок. Я извиняюсь, но я при вас учусь, потому что... Потому что... Первый раз запускаю просто. You have felt the power of the ashen and survived. We will need that strength of yours. The ashen is still a sleeping child. Vulnerable. We must wake it from its slumber. А как ее пробудить? Хорошо. There's a ritual stone nearby in the district called Vagrant's Rest. But I will need my hammer and spark. Молот и кресало. Отыщи их. Нам нужно найти молот и кресало. Батаран. Я тебя буду звать братан. Нам братан сказал, что ему нужен молот и кресало. Надо найти молот братана и кресало братана. Что такое кресало, я даже не знаю, но...
тем не менее, будем искать. Подожди, а как, куда? Карта обновлена. А карта, кстати, довольно маленькая. Но я так понимаю, что, наверное, здесь как-то по зонам все распределено, да? Это не совсем все-таки Dark Souls, поэтому... Хотя, может быть, как и... Я не знаю, сейчас узнаем. Пещера. Следуйте за... Как тебя звали, Йокел? Воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Аптечка. Быстро, легко и очень-очень красиво. Я вижу там лут, и я не могу пройти мимо лута. Определенно нужно брать все. Что это? Нажмите И, чтобы снарядить копье. Этих у меня 10, этих у меня 9. Я что-то немножко не понимаю, погоди. А, вот, все, я понял. А, в смысле количество? А, я могу их кидать. Все. Это у нас оружие дальнего боя. Получается, я только что потратил одно копье впустую, но зато мы с вами попробовали. Иди сюда, мы тебя по-быстренькому разобьем. Ух ты ж, блин, знаете, у нас какой-то очень имбовый напарник, аптечка, тем временем. Ребята не скупаются на аптечке, и я вижу там еще один парнишка, может быть он мирный. А там кто сидит? Может быть просто поговорим с тобой? Ну да, конечно. Так, походу, дела в этом мире не делаются. Уворачиваемся, отступаем. Механика Dark Souls в полной силе. Это неплохо, опять же, но... Игра местами очень вторична, хотя и имеет свою стилистику и свою историю. А вторична в том плане, что все-таки подобное мы уже видели в Dark Souls. Это какие-то развалины. Что это такое? Я вижу там какого-то человечка. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Не делаем лишних движений, не привлекаем к себе лишних людей. Между прочим, они довольно нехило втаскивают мне, и я уже потерял... Ну, не половину, но 1/4 своих жизней, даже побольше, чем 1/4. Неприятно, честно говоря. О, я вижу лут. И вижу наверху парня, который идет ко мне. Судя по всему, он меня заметил. Берем аккуратненько. Аптечка. Давайте зачистим этот лагерь каких-то воинственных людей. Я не понимаю, что им не сидится мирно. Ух ты. Подожди. Так, мой друг, мой верный товарищ, я прикрою тебе спину, живи. Да блин, я тут немножко застрял, но я когда выберусь, я прикрою тебе спину. Неважно. Давайте возьмем вот эту хреновину. Ёб! Это, знаете, это рессора от трактора «Беларусь». Я могу просто, я не знаю, пошли лица ломать, мне нравится. Так, вот, например, на тебе я использую прием рессора трактора «Беларусь». Хера себе! Ну все, теперь... Четко сработали, братан, четко сработали. Теперь нам надо найти молот братана и... Кресало братана, господи, я хотел кресло сказать. Молот и кресло братана. Воу-воу, тихо-тихо. А нужно ли мне бить их? Вот в чем вопрос. Ну давайте, а почему нет-то, в принципе, почему нет? Подойди ближе. На тебе. Тихо. Давай-давай, не бойся меня, не бойся. Не бойся. Я убью тебя с этой хреновиной очень быстро. А где мой друг? Где мой товарищ? Друг? 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 Как мне юзать? Тихо-тихо-тихо-тихо. Аптечка оказалась не на 4, а на букву R. Я судорожно стал тыкать абсолютно все кнопки, и мне повезло. А почему ты не спустился? Я рассчитывал на твою помощь, товарищ. А зацепиться здесь я, получается, не могу. А как мне вылезти отсюда в таком... Нет, все-таки могу. Он сидел и смотрел! Бро, мы же друзья. Я думал, ты мне поможешь. Я думал, ты сделаешь за меня мою работу. Да, это звучало не очень. Но я, правда, примерно так себе это и представлял. Ух ты. И представлял. Ну, хорошо. Я так понимаю, что он... исправляется и сделает работу за меня, например, сейчас. Кстати, у него тоже есть жизни. И так-то я смотрю, наверное, он может умереть.
Но это вряд ли, это вряд ли. Хотя, может быть, это просто враги такие слабые, и в будущем, скорее всего, нам также придется следить за его жизнями, что было бы вполне себе логично. Ух ты, ты у нас... Ясненько, ах ты стерва. Судя по всему, это девушка, судя по голосу. Но хилки здесь, смотрю, дают довольно активно, и наш напарник без проблем с ней разбирается. Она меня тем временем скинула с этой стенки. Заберемся с другой стороны. Не страшно, не страшно. Как я такой маленький и худенький, таскаю такой огромный дрын, я не знаю, да еще и размахиваю им, я вообще не знаю, но у меня это получается довольно-таки легко и без проблем. О, привет. Ползешь наверх? Не надо. Зачем? Наверху опасно и... Да ладно. То есть меня убило? Ну, наш напарник только что спас мне жизнь, между прочим. Что это такое? Максимальный запас здоровья плюс 2. А как? Или он уже заранее заюзался? Артефакты, талисманы... Что это такое? Экипировка. Ну ладно, я так думаю, что, наверное, в будущем нам расскажут, как со всем этим работать. Мы ничего тут сломать не можем, нет? Слушай, ты действительно полезный. Ты не просто так за мной бегаешь. Это даже здорово. Обычно напарники в этих играх, как правило, являются довольно-таки бесполезной единицей. Но об этом парне я так сказать не могу. Смотрите, какой-то бомж. Отхилимся. Мне-то кажется, что это босс, и он, наверное, может втащить нас очень нехило. Ну, просто над ним горит этот значок, и, наверное, он важен. Тихо. Наш напарник побежал наламывать ему. Но мы не оставим его одного. Ух ты, блин, он с одного удара снес мне половину жизней. Да что ж ты делаешь-то, окаянный, не нужно. Молот братана. Добавлен артефакт. Довольно-таки просто было на самом деле, и... А одеть мы его не можем, я так понимаю, нет. Это, скорее всего, именно квестовый предмет, и он не одевается на нас. А жаль. Ну хорошо, нашему братану нужен молот, мы отнесем его нашему братану. Хотя, с другой стороны, можно, конечно, пойти и продать его, но это же наш братан. Мы не будем так поступать. А, это не человек, это какая-то статуя. Понял, понял. Я могу как-то взаимодействовать с тобой, нет? По-моему, нет. Я, во всяком случае, понажимал кнопки, и как-то не сработало, что ли. Пойдем, пойдем. Мой дорогой, верный товарищ, который никогда... Господи, боже мой. Который никогда не отступает от меня далеко. Ты меня что так напугал-то, ё-моё? Я чуть не обделался, когда ты разбил эту вазу. Реально Dark Souls, друзья мои, реально Dark Souls. Это неплохо, не хорошо, просто очень сильно веет Dark Souls'ом. Какой-то лут. В смысле тонешь? Эй, в смысле тонешь? А как тебя взять тогда, подожди? А, наверное, сверху, я понял. Плавать я не умею. Я как-то очень быстро начинаю тонуть, и у меня выносливость начинает иссякать просто с бешеной скоростью. Я не знаю, чем это вызвано, но, видимо, наш главный герой не особо-таки умеет плавать. Но ничего страшного, мы сейчас возьмем этот лут с этой локации. О, ты такой же бомж, которого я только что убивал. Подходи ближе. Мне нравится этот дрын. Серьезно, я назову тебя Дрын Петрович. Вундервафля 3000. На, получай. И он подает пас мечом. Но я отбиваю бейсбольной битой. Хоумранг, мадафака. Хоумранг, бичес. Так, подожди. Я должен как-то, наверное, умудриться правильно упасть, чтобы... Блин, это не так просто сделать. Нет, оказалось довольно просто. Что это? Останки малодушного, кости погибшего труса, который мог вернуть тебя в приют бродяги. Которые могут вернуть тебя в приют бродяги. Чем бы это ни являлось, наверное, это полезный предмет. Я хрен его знает. Но, тем не менее, мы его довольно-таки без усилий взяли. Пока что первое впечатление про игру могу сказать, что интересно. Реально механика Dark Souls с примесями своего.
вторично, но прикольно. Играется приятно, FPS много. Получается, у меня сейчас 147 FPS. То есть, я, конечно, понимаю, что графика в этой игре не ее самая сильная сторона, но, тем не менее, воу, у вас довольно-таки нифига себе много. Блин, вот молот братана я ему несу, а вот где мой братан тогда, когда он нужен, это хороший вопрос. Вот сейчас бы мне очень пригодился мой братан. У меня есть два братана, которые не особо-то сильно спешат мне помочь, например, в данный момент, в данную ситуацию, когда они очень сильно мне даже нужны. На тебя, скотина. Ах ты сволочь. Пока что я могу сказать, что вот эти ближники, они не особо-то сильно представляют угрозу. Но вот эта девочка с копьем ни хрена себе не представляет угрозу. Ладно, прости, я понял. Я понял, ты представляешь для меня угрозу, скотина такая. Реально очень тяжело убиваются ребята. Может быть, я, конечно, пока еще просто не привык к механике. Но я играю на клавомыши, не на геймпаде. В такие игры обычно играют на геймпаде. Блин, слышь? Надо попробовать ее по-быстренькому вынести. Надо было, наверное, сразу начинать с нее, потому что ее, в принципе, убить довольно просто. Воу-воу, подожди, не трогай меня. Я пришел с миром. Рессору от трактора Беларусь заказывали? Надеюсь, что да. Потому что я доставил, ну, за счет покупателя бесплатно. За счет доставщика, точнее. Так, куда? Блин, вас тут довольно... Ой, ё-моё, когда их подвое, я не очень хочу к ним суваться, честно вам скажу. А есть такая возможность просто обойти? Может быть, вы не будете меня трогать, и мы разойдемся миром? Ад-скотина, походу так не получится. Кто ты, друг мой? А так это же ты, братан. А что ты тут делаешь? Хорошо, я понял. Но, друг мой, я думал, ты... Как бы, не знаю, ты же был в другом месте. И никак не хочешь мне помочь. Просто сидишь и смотришь, восхищаясь моим рвением. Лучше бы ты помог мне рвать врагов наших. Друг мой, товарищ мой, братан мой, какого хрена я делаю это один? Ну ладно, может быть так надо. О, кто ты? Блин. Я так-то вижу, что играть в эту игру довольно сложно, или у меня может быть так плохо получается, но... Чую я Dark Souls'ом веет, друзья мои. О, хорошо, хорошо. Ой, блин, плохо, ой, плохо, ой, плохо. Ой, плохо. Что я там говорил про хорошо, забудь. У меня аптечек нету. Ё-моё, у меня кончились... Всё, не жизни, а аптечки. Что делать? Как быть дальше? Так, подожди, а зачем эти лагеря зачищаю? В них ничего нету. Я думал что-то полезное найти. Ну, увы, иди сюда. У меня нет жизни, но на тебя мне жизни хватит. Определенно. Ну, я на это надеюсь. Я, кстати, так-то еще не все залутал. Где был третий? Где был ваш напарник? Где был ваш товарищ, который выжил? Убежал и вероломно вас бросил. Подожди, серьезно, я же видел его. А как мне туда попасть? Только не говорите мне, что я все это делал зря. Это будет очень обидно. Подожди, может быть мне как-то сбоку, вот отсюда? Когда я прыг... Может я просто прыгать с этой фигней не могу? Она вот довольно тяжелая, нет? Как дебил прыгаю на стенку, ну ладно. Я не понимаю, честно говоря, как мне взять этот лут. Он не хочет так высоко прыгать и цепляться за стену. Ладно, хорошо, видимо, я его пока просто взять не могу. Привет, мой дорогой. Как жизнь? Как дела? Как семья? Как дети? Мне неинтересно, поэтому расскажу кому-нибудь другому. Удачи тебе на том свете. У меня же есть другие, более важные дела на этом свете. Например, мне нужно... найти кресало братана. Я по-прежнему не знаю, что такое кресало. Что это такое? Маленький тайник шлака. Нифига себе. Зачем мне шлак? Да еще и тайник этого шлака. Кто делает тайник шлака? Хорошо. Видимо, в этом мире шлак ценится, я так понимаю. Надо, кстати,
Нормально. Тебе хорошо сиделось, братюнь? Как ты? Все в порядке. У меня тут жизни очень мало, но... Надеюсь, у тебя все хорошо. Да. Надеюсь, у тебя все хорошо, и ты, парень, не промах. Что это такое? Это древнее латерийское богатство, которое очень ценится среди бродяг. Шлак. Понял? А шлак очень любят бродяги. Видимо, это реально очень важная вещица. Куда нам надо? По карте нам надо куда-то вот сюда, получается. А здесь у нас какие-то новые задания горят. Я так понимаю, что мы можем идти куда угодно, и вариантов у нас много, но задания, как говорится, никто не отменял. Довольно интересная реально механика, играть очень приятно. О, ё-моё, привет, братюнь. Да ёб твою налево. А наш друг не может нас оживить, нет? Это было больно и неприятно. Могу ли я что-то сделать? Где я начну? Никакого бонфайра и сохранения у меня, по идее, не было. Я потерял жизни, души, что это, деньги? Я потерял деньги. Какого хрена? Я могу их вернуть? Я надеюсь, что когда я добегу до нашего трупа, я смогу вернуть эти деньги назад, по, опять же, аналогии с Dark Souls. Я не знаю, но хотелось бы в это верить. Опа. Я что-то вижу полезное, а ну-ка. Тут целый лагерь на самом деле, наверное, можно его даже зачистить. Ах ты ж мать твою. Засада. В этом лагере была засада. Давайте предоставим нашему многоуважаемому братану разобраться с ними, потому что пока я разбирался с теми, кто был внизу, он сидел и ни хрена не делал. Я так понимаю, что его, походу, раньше убьют, чем он разберется с ними, да? Да ты зараза. Слушай, вот это меня больше всего бесит, серьезно. Пока что самые большие проблемы у меня вызывает именно девочка с копьем. Ух ты ж, вас там очень много. Нет, давайте я, наверное, пока туда не пойду. У меня довольно-таки мало жизней. По аптечкам у меня вообще все печально. У меня их нету. Давай пойдем попробуем забрать наши... души, деньги, жизни. Я не знаю, как это здесь называется. Приятного полета, друг. А, не достал. Ну ладно, не страшно. Хорошая командная работа. Но почему когда-то мне был нужен, тебя не было рядом? Мне бы очень пригодилась помощь в некоторых моментах, когда тебя рядом не оказывалось. Так, вот здесь, по идее, наверное, мой хабар, который выпал из меня. Вот он там лежит, я понял. Значит, подбирать его можно, и ничего прям сверхстрашного в его потере нету. Если только ты возьмешь его, возвращен шлак. Да, здесь это называется шлаком. Мы с вами вернули наш шлак, который потеряли. Я очень с большим трудом этот шлак, между прочим, зарабатывал. И могли бы все-таки как-то повежливее, что ли, называть мои... потом и кровью заработанные деньги. Но нет, это шлак. Ну хорошо, ладно. Ага, опять засад. Ох, даже двое. Ну нифига себе, друзья мои. В очередь, скотина. Мой товарищ играет плохого копа, а я хорошего. Ну или наоборот, я не знаю. Потом и кровью заработанные деньги зовут шлаком. Ну не знаю, как-то обидно даже, что ли. А, вот ваша зарплата, вот ваш шлак. Наслаждайтесь, радуйтесь, принимайте и не обляпайтесь. Эх, как это жизненно, однако. Хорошо, идем далее. По заданию, по идее, нам вот сюда, да? Здесь у нас находится, судя по всему, кресало нашего братана. Да мог бы и не вставать, братиш. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Аптечка, мне нужно полезное и замечательно. Спасибо. Что огромное? Ох, вашу маковку. У вас тут, оказывается, крайне много. Ух ты ж, блин. Друг мой, ты не мог бы прикрывать меня чуть-чуть более активнее, а то я потерял жизни, коих у меня и так довольно мало. Ну хотя ладно, парень содержал аптечку, и это полезно. Он вернул то, что забрал. Ты чё за хрень? То, что забрал.
Фу, господи, выглядит довольно-таки противно и отвратительно. Какая-то водомерка-переросток, но оказалось не сильнее, чем все, что мы видели до этого. Еще немножко копий, которыми, кстати говоря, я не пользуюсь. Я забыл о том, что они у меня есть. О, еще один бомж. А куда ты бежишь от меня? Ну ладно, фиг с тобой. Видимо, не сильно-то надо. Кресло нашего братана. Ну, конечно же, не кресло, а кресало, но пофиг. Будет кресло. Молоток и кресло. Молот и кресло нашего братана. Мог бы наш братан нам двоим помочь тоже, ну ладно. В принципе, он, наверное, и так помогал. Ему даже руку оторвали. Поэтому пускай отдохнет. Мы пока за него сделаем всю работу. Здесь есть что-то хорошее? Какой-нибудь лут, который лежит где-нибудь в неприглядном месте. А вот и наш братан. Давай быстренько поговорим с ним по заданию. Give me my hammer, so I might awaken this sleeping stone. Разбудишь спящий камень. Камень, тебе пора на работу, вставай. Каменные дела там и все такое. Лежать, не двигаться. Быть камнем, например. Я что, тебе работаю будильником для камней? Ну, ни хрена себе, ты чё? Всех так будешь? Не хотел бы я быть камнем. Основан город. Приют бродяги стал твоим. Мы захватили город. Так это у нас получается что-то типа бонфайра и чекпоинта одновременно. Приключение закончено. Молот и кресало. Йокель, селился в твоем городе. Селится в моем городе. Йокель – это парень, за которым, который с нами бегал, который помогал мне в бою. Понял, теперь это получается наш лагерь. Мы с вами отвоевали наш лагерь. Мы можем здесь жить. И я так понимаю, наверное, даже заселять сюда людей. А, братан, что ты мне хорошего хочешь сказать, Йокель? Поговорить с Йокелем, карта обновлена. Понял, сделаем. Пошли поговорим с нашими новыми друзьями. Точнее, даже уже не с новыми, а уже с прожженными. А что ты мне для начала скажешь? Музыка приятная, стилистика приятная, графика приятная, оптимизация приятная, механика боя приятная, местами сложная. А вариантов в игре сложности нету, она одна, грубо говоря, фиксирована. Играется интересно и приятно. Мне нравится, мне нравится. Я думаю, что эта игра может зайти для стрима, и если вам понравится и вы захотите ее на стрим, то напишите об этом в комментариях, я таким способом узнаю, стоит оно того или нет. I have searched these foothills and found no sign of the Ashen. We must consult Gethin of the Birthing Waters. She will know where to look. Понял. Активно новое приключение. Do you dream? In my sleep, I hear my brother's voice. He once traveled this way with my father. I wasn't with them. Ahu was eldest, so it was his duty alone. Now he echoes through my slumber. Each time is the same. He stands atop an old listener ruin, calling to me. I have found the ruin by the lakeside. Да? Почему нет? Пепел на ветру. Надо помочь нашему другу забраться. Ух ты, я взаимодействую... А, это, да, это bonfire. Я восстановил себе все жизни и... Грубо говоря, отдохнул. Понятно. Механика очень узнаваема, правда что. Так, у меня есть задание. Надо помочь забраться на вершины и... Кочевое озеро. У меня есть задание в кочевом озере. А ты пойдешь со мной? Так, а как мне помочь тебе забраться на вершину, если ты со мной не идешь, друг мой? Товарищ мой? Йокель, пошли с нами, приключения зовут. Ну ладно, судя по всему, он хочет отдохнуть, наверное, довольно-таки нехило подустал за это время, пока мы сражались. Раз у нас есть души, которые мы можем потерять в бою, то бишь аналог денег, я так понимаю, то, наверное, будут и торговцы, где мы сможем эти души использовать. Но меня бы это не удивило, опять же. Не разобьюсь? Нет, не разобьюсь. Где мое оружие? Где мой верный Дрын Петрович?
Вундервафля 3000. Рессора от трактора «Беларусь». Ты знакомилась с моей рессорой? Нет? Посмотри, какие пружины, какой амортизатор. О. А, серьезно? А где ты взял алебарду? У тебя же ее не было. То есть я понял, я сюда один вообще не мог забраться. Наверное, в коопе это будет работать таким способом, что твой друг и напарник подставляет тебе руку помощи, а ты забираешься. Прикольно, между прочим. То есть один я сюда даже и не смог бы забраться в принципе. Угу, там у нас есть соперник, который вероломно подкрался к нам и не чтит наши с другом занятия. Так, товарищ мой, куда нам? Вернитесь в приют бродяги. Побежали обратно. Мне нравится, между прочим, твой дрын. Зацени, какой у меня большой. У меня даже... У тебя дринша у меня толще? Или как она? Ладно, простите, да. Пойдем обратно. Я ведь прав? Да, я прав. Зайчики очень классные. Может быть, их можно кушать, нет? Он сныкался в норку от меня. Блин, я думал, его можно, может быть, поймать и пожарить. Я понимаю, жестоко, но это же еда, в конце концов. Если мы не съедим, то мы умрем с голоду, и на этом наше приключение закончится. Не хотелось бы, это было бы крайне неприятным концом. Я бы даже сказал, чересчур. А как ты оказался... Ладно. Darkness has taken so many. Please, may I have Ahu's lockbox? Да на, держи, конечно. This is all that remains of my brother's life. A crimson gourd and a crumbling map. The map may lead me to my father. The crimson, the spark to the ritual stone, and the crimson sap will flow. The crimson. If you find me the right materials, I can fortify your gourd at my work table. A fortified gourd can hold more sap. Спасибо. Я понял. То есть в городе мы сможем с вами производить разного рода предметы, которые, естественно, нам помогут в нашем приключении, прохождении, которое будет довольно-таки эпичным и тяжелым. Но опять же, многое зависит от вас, будет ли оно или нет, потому что понравится, зайдет, не зайдет, я не знаю. Мне пока нравится то, что я вижу, и выглядит это довольно симпатично и стилистически прикольно. Задание. Подожди, то есть оно опять получается у тебя, да? Надо подойти к столу, я понял. Я что-то сразу это не прочитал. Точнее, я прочитал подойти к столу, но думал, что это надо сделать не прямо сейчас по заданию, а неважно когда. Нифига себе затраты, так у меня столько нету. Ты чего? Ты издеваешься надо мной? Где я возьму тебе столько денег? Это получается наши деньги, да, вот эти камушки. У меня нет столько камней. Приключение закончено. Пепел на ветру. Батаран is getting weaker. How long will it be before he loses his other arm? He used to live with a woman named Vorsa. She went off to search for a cure. Но она же не сможет отрастить ему руку заново. Хотя, кто знает? I saw a woman who matched Vorsa's description near Placid Stream. Maybe for Batran's sake. Ради братана, конечно. Пошли, пошли поищем. Ради братана поищем ему женщину, не переживай, мы ему найдем самую лучшую, самую офигенную, самую крутую женщину в этом городе. И позовем ее к нам, чтобы она жила у нас, дадим им самую офигенную кровать, и пускай они там развлекаются. И да, это, наверное, уже было лишнее, но неважно. Надо же нашему братану. Братан, сейчас все будет. Сделаем в лучшем виде. Найдем тебе твою красотку. Будет просто... Женщина-персик. Абрикос и дынька. Так. Найдите Ворсу. Я когда здесь бегал, не видел здесь женщины. Хотя да, я тут не все осматривал. Было такое. Воу-воу-воу. Ты явно не подходишь. Подожди. Она явно... не хочет... отношений. Что-то мне подсказывает, что эта девушка отношений не ищет. Хотя, может быть, это был ее парень, и теперь она будет чуть-чуть более сговорчивая, учитывая то, что парня у нее уже больше нет. Нет, судя по всему, она совершенно не ищет отношений. Может быть, ты подойдешь ко мне?
Девочка моя. Воу! Воу, воу! Может быть, ты ее парень, а? Ух ты ж, блин, сколько же у тебя мужиков-то? Тихо. Тихо. Как больно бьет наша девочка. Это тоже, я так понимаю, аптечка, да? А как менять этот слот? Можно вопрос. Вот, например... Ай, ладно, примем. Мне в любом случае потребуется сейчас жизни, потому что у меня их довольно мало оставалось, и очень не хотелось бы сейчас умереть. Да, блин. Пошла отсюда. Ты недостойна моего братана, поняла? Стерва. О, какое-то новое оружие. Что это такое? Я не могу это никуда экипировать. Это просто наконечник копья. Судя по всему, это не оружие. Или, наверное, он просто нужен для крафта, конкретно какого-то особенного копья, ну или просто может быть копья. Ммм, девочка моя. Как ты поживаешь? Что у тебя хорошего? Я Ворса. Have you seen how the deer move towards the light? They are drawn to the flame that now fills our sky. But that same flame fills me with dread. I've seen you with Bataram. He has a knack for taking in strays. Да, братан, но он просто суперский парень. Пойдем, я тебя к нему отведу. Да, я знаю. Батаран's not the only one who is sick. I have a few symptoms. So do not every animal get sick though. That's why I hunt them. Хорошая озвучка в игре. Я немножко пропускаю, потому что, ну, слишком долго, но... Убей для меня Эйнара. Они одичавшие гончие. Трех будет вполне достаточно. Сделаю. А где и как выглядят эти Эйнары? Я просто как бы не в курсе, честно говоря. Но я так понимаю, найдем одичавших гончих, значит, это они, и мы идем по верному пути. Здесь мы были, тут мы нашли кресло нашего братана. Это же не вы, нет? О, не похоже на одичавших гончих. Скорее на идиотов, которые нарвались на моего напарника. Да, определенно. Нет, мне нет смысла с ними драться. С них даже... А, нет, с них выпадают души, кстати говоря. Ну или как они тут называются, эти деньги, я не знаю. Братан, братанчик, друг мой. Ауешная атака, детка. Да, с них выпадают души по плюс 10, и рано или поздно, я думаю, я смогу найти, куда их применить. А, ну, в принципе, я уже нашел. Мне можно делать... Вот, наверное, вот это. Вот это ты? Вот это вот. Нет, это не гончая, конечно же, я это, в принципе, понял, но мало ли. О, там есть лут. Я хочу его. Это мой лут. Ты в курсе, что ты, блин, охраняешь мой лут? Может, ты сам ко мне упадешь, а? Мне так влом подниматься. А почему ты так поздно это сделал? Нет. Не беги на меня. Не беги на меня, тебе сказано. Господи, да что ж ты такой долгодумающий-то? Не надо. Не делай этого. Между прочим, с этим Дрыном Петровичем, Вундервафли 3000, я пробиваю ему щит. Просто на изи. Это было элементарно. Я боец 300 уровня. Ну, или типа такого. Так, кто ты? Что ты? Где ты? Давай я тебя пощупаю. Блин, у тебя были всего лишь копья. Наверное, это, конечно, полезно. Я ведь еще, в принципе, не пробовал ими пользоваться. Рано или поздно, наверное, они мне могут пригодиться. Но пока нет, пока не пригождались. А какие-нибудь пометки на гончих мне кто-нибудь даст? Интересно, это... Вся карта или нет? Ну, вряд ли это вся карта. Скорее, нам видна просто одна какая-то ее часть. Тихо, аккуратно. Не упади, не грохнись, друг мой. Что там хорошего? Вау. Привет. Привет, друзья мои. Привет. Девочка моя. Не стоит махать своими копьями. Ты ведь можешь кого-нибудь ранить. Например, меня. Меня.
Не нужно так делать. Блин, знаете, когда их двое, это реально опасно. Они вообще-то пробивают очень нифигово. Ух ты, что ж. Полетел. Как Супермен, как Бэтмен. Это самолет. Это Супермен. Нет, это мой хейтер, которого я отправил в небеса с помощью Дрына Петровича. Приятного полета. Тихо. На, мой товарищ, мой друг. Кстати говоря, где мой товарищ и мой друг? Где мой усатый парнишка, который бегает со мной везде и всюду? Который, по идее, должен меня защищать и сопровождать. И который ни хрена этого не делает. Какого, спрашивается, фига? Обидно даже как-то вообще-то, то, что он меня так кинул вероломно. Ну ладно. Что это за жук вообще? Подожди, что он там делает ненадолго? Что? Восстановление бодрости, понял. Выносливость, короче говоря, он нам повышает. Пока что я не вижу в этом смысла, но, наверное, в будущем мы будем куда-то карабкаться, и выносливость будет заканчиваться, и нам надо будет использовать этих жуков, чтобы ее пополнять. Я не знаю, я просто предполагаю так. Оу, ах ты, нифига она наперед-то стреляет. Девочка знает толк в том, как метать копья. Да. Девчонка умеет драться. Все, что я могу по этому поводу сказать. Пойди. Блин, да откуда ты? Так, друзья мои. Это было больно и неприятно. С меня выпало все, и мне нужно вернуть эти деньги и все, что я потерял. Сложная игра. Местами она очень даже сложная. На самом деле, конечно же, я очень сильно отвлекаюсь на то, что разговариваю, но, с другой стороны, в принципе, сложная. На геймпаде, возможно, было бы играть чуть попроще, но на клавомыше мне удобнее. Я не люблю теребить сосочки. Мне как-то вот на клавомыше, на кнопочках как-то попривычнее, что ли. Сосочки, конечно, вещь классная, но не совсем удобная и не совсем для меня. Если ты понимаешь, о чем я, маленький ты, юный извращенец. Ну или, может быть, ты уже старый извращенец, я не знаю. Ух ты ж. Отдыхай, не нужно вставать. Блин! Пацаны, вы чё? Пацаны, подожди! Друзья мои, кстати, это бухло пополняется. Я так понимаю, это что-то типа эстусов. Ясно, понял, принял. Нифига мне втащили. Я вообще-то хотел всего лишь забрать деньги, которые потерял. Потерял я их, получается, где-то вот здесь. О, девочка жила. Постоим. В смысле? Я же за деревом был. А как она меня убила-то? Точнее, не убила, как она меня пробила? Я ведь был за деревом. Я не ожидал того, что она это сможет сделать. Ой, пока они меня не атакуют, я не буду их трогать. Я очень просто хочу дойти до гонщик и посмотреть, что они из себя представляют. Только пока не очень понял. Ух ты ж. Знаете, я, наверное, предпочту их по большей части оббегать. Я не вижу какого-то прям принципиального смысла с ними драться. Ну да, денег дают, но я бы не сказал, что мне это пока прямо-таки нужно и прям много дают. А вот пиздюлей они дают куда больше, чем денег. Ай. Я могу отсюда взять? Да, могу. О, я взял какое-то новое оружие. Так, тихо. Ты повсюду прямо, да, я смотрю? Ух, хорошо. Так, давайте посмотрим, что я залутал. Топор. Я так понимаю, он двуручный, такой же топор, как у нашего напарника. Да, такой же топор, как у нашего напарника. Привет, друзья мои, как ваше ничего поживает? Ой, как много я там на бомжей-то наспавнил. Ё-моё, надо отбегать от них. Подходи ближе, друг мой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, знаете, что-то мне не очень нравится на самом деле этот топор. Пока что первое впечатление от этого топора негативное. Очень даже негативное. Во-первых, он довольно мало бьет. А во-вторых, у него не ауешная атака. И мне это не нравится. Да как же ты так уворачиваешься-то от меня? Кто это такой?
Ну и ну. Знаете, я обратно поменял на Дрына Петровича, потому что мне кажется, что Дрын Петрович тут подходит все-таки лучше. Мне как-то уже попривычнее, что ли, с ним. Блин. Хотя, может быть, вообще пока на него не нарываться. Я чувствую, что парнишка мне не по зубам. Не знаю. А, хотя теперь я не один. Пока она отвлекает его на себя, я могу подойти к нему сзади и дать ему пендель, причем смачный. Возможно, против этого Дрына у него и не будет контратаки. Надеюсь на это. Хотя он уворачивается очень здорово. Хорошо, что в этот раз я хотя бы не один. Но мне надо бы захилиться. У меня довольно мало хп. Кстати, когда я хилюсь, получается, я хилю даже своего напарника. Вот как это сделано. Ух ты. Тихо. Тихо. Я быстро смогу тебя, интересно, поднять, девочка моя? Правда, ты не моя, ты моего братана, но... Временно ты моя. Тихо, 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 тихо. Максимально сосредоточен. Как ниндзя во тьме. Да, блин. Может быть, надо вообще на него использовать, может быть, вот эту вот хреновину попробовать. Куда ты кидаешь копье? Ясно. Копья, походу, надо кидать как-то более правильно, что ли. Не моя эта стихия. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Спокойно. Это, знаете, это какой-то, мать его, полубосс, что ли? Если это просто обычный парнишка, то я в шоке. С того, насколько здесь обычные парнишки бывают сложными. Блокируем, 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 бьем, бьем, бьем. Обалдеть. Ну что, на этот раз я выбрал сразу же щит и топор. Попробовать замочить его снова. Мне кажется, что со щитом и топором его, может быть, будет попроще убивать. Мы будем отвлекать внимание на себя, пока наша напарница бьет его в спину. Когда он будет отвлекаться на нее, мы будем бить его в спину. И будем делать таким вот способом. Иначе я не вижу для себя вариантов его убивания. Тут главное вовремя блокировать. Причем блокировать надо часто, потому что бьет он довольно больно. Тихо. Врубаем щит. И стоим. Он отвлекся на нее. Наваливаем ему в спину. Наваливаем, наваливаем, наваливаем. Только главное не заигрываться. Он очень много снимает с меня выносливости. Все. Это на самом деле было довольно легко. Со щитом все становится реально попроще. Ну, как и в Dark Souls, в принципе. Он очень много выносливости снимает, когда мы деремся щитом, и он попадает в щит. Нифига себе, у тебя тоже неплохой такой молоточек. Я смотрю, тут многие любят очень длинные предметы таскать у себя в руках. Это неплохо и нехорошо. Кто ты? Понял. Принял. Можно купить немножко этой штуки, которая восстанавливает нам ХП. В смысле? Я... Вот это было неожиданно. Вот это, блин, была просто подстава. Я ведь у торговца в меню находился, сволочь. Ты мог подождать? Наша напарница задела топором торговца, и он умер с одного удара. Я надеюсь, что это никак не повлияет в будущем на прохождение игры, и это печально, потому что я планировал этого торговца купить немножко аптечек, и, походу, торговец отправился в лучший мир самостоятельно. Хотя не совсем, не без нашей, скажем так, помощи, да, не без нашей помощи. Я смотрю, что тут еще изучать и изучать. Это целый огромный большой мир. И вот сюда нам нужно за гончими. Она пошла нам помогать. Точнее, даже мы ей пошли помогать. Потому что это же она нас попросила их убить. Ну что, друзья мои. Давайте на этом данный смотр закончим. Он и так получился довольно-таки обширным и довольно-таки длинным по времени.
Пишите в комментариях, как вам игра, и ставьте ваши лайки, делитесь с друзьями, ну и все тому подобное. Всем спасибо за просмотр, увидимся на новых видео. С вами был VJ Dream, до новых встреч. Доказано, подписка на данный канал увеличивает ваш песос в десятки раз.